Хозяйка джипа от комментариев на камеру отказывается. Лишь поясняет, что машиной по доверенности пользовался некий мужчина, он же оставил авто на СТО еще 3 года назад. Сейчас законная владелица намерена забрать машину. Однако хозяин мастерской не согласен. Спросила, какую сумму, как бы сказать, нужно оплатить за ремонт автомобиля. Мы ей насчитали, сказали 250 тысяч, но 100 тысяч прощаем, как бы сказать. Понимаем, что у людей сейчас денег нету, как бы сказать, но 150 надо рассчитаться. Плюс, если запчасть принесете, заведем вам машину, отдадим на ключ, как бы сказать, все. В итоге автомобиль в присутствии полиции погрузили на эвакуатор. Таков закон. Хозяйка имеет полное право забрать машину. В настоящее время машина передана владелице на ответственное хранение. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Юристы советуют в таких случаях обязательно заключать договоры. Это касается всех сторон конфликта. Ирина Ревенская, Елена Темникова и Алдар Дармаев. Новости дня.